Йоу-йоу-йоу, ребятки. Ну что я могу сказать? Сегодня отличная погода, солнечная, мороз и солнце, день чудесный, минус 10 градусов на солнце. Но сейчас утро, и ближе ко дню, я думаю, уже будет совсем тепло. По плану сегодня было у меня немножко другое место, но там, так скажем, не получилось сегодня сделать, поэтому я приехал на резерв. Это такая будка, очень тоже историческая для граффити Кириша, потому что здесь тренировались, наверное, абсолютно все райтеры, которые жили раньше в Киришах, сейчас перебрались в Петербург. Последний кусок, кстати, вот здесь вот был мой, он виднеется, он уже весь стерся, очень старый. Мы тут делали продакшн с Дрецем, у него вот тут кусок был, но вообще ничего не осталось. Вот, поэтому небольшое такое обновление на этой будочке. Как раз по плану у меня был небольшой кусочек с персонажем. По поводу хотбокса, значит, хотелось бы сказать, что с конца осени всю зиму, и сейчас уже у нас получается... Здрасте! А? Чё? На это я вон рисую. Граффити. Ну, граффити, баллончики вот рисую. На будке на этой. По поводу хотбокса, значит, ребятки, что хотел сказать. Значит, пользуюсь я уже с конца осени, всю зиму получается. Сейчас уже весна у нас. Сейчас вот мороз минус 10, это утром было вообще минус 18. Но это вот, насколько я знаю, крайний мороз, такой ударный. Больше их не будет. По истечению этого сезона понял, от чего я буду отталкиваться на следующий сезон. Это, наверное, скорее всего, это больше к удобности, так скажем. Хотелось бы сделать сумку полностью целиковую, без вот этих вот всех разборных вариантов. Вот, здесь придется немножко пауэрбанк по-другому ставить. Ну, в общем, буду думать, кумекать. Есть еще некоторые догадки до нового нагревательного элемента. Нано, так скажем, нагревательный элемент. Очень интересная штука. Буду заказывать, буду тестировать. Об этом, обо всем будет попозже. К следующему сезону, так скажем. Вот. Ну, а так, в целом, вещь кайфовая для зимы. Значит, была история на прошлом покрасе у меня. Значит, я утром пришел, была температура минус 3. В течение дня на солнце прогрелось было примерно около плюс 5. Банки, значит, у меня стояли в хотбоксе и очень сильно нагрелись, и было просто невозможно рисовать что-то тонкое, что-то аккуратное, тонкую линию было невозможно сделать. Я теперь понимаю людей, которые живут в жарких странах и пользуются какими-то небольшими такими холодильничками для остужения краски, потому что рисовать какие-то райтинги тонкими линиями, ну, просто невозможно. Вот, я их теперь прекрасно понимаю, на собственной шкуре прочувствовал, вот. Банки просто высовывал, охлаждал в снегу, и все было четко. Так что